благополучно, да, и превысила скорость, да? Там знак какой был? Видела, нет? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Ты поворотник выдавите чуть-чуть. Влево, ряд, перестройся. А какой там знак? 40. А ты сколько едешь? А я же перестраивалась. И что? А все равно нельзя, да? Да нет, конечно. Конечно. Он же мне сразу скажет. Конечно, ты скажешь, останавливайся, до свидания. Ладно. А я думала, при перестроении это... Ну как так? Допускается, ага. Нет, значит. Ладно. А какой мы знак проехали? Ты поворачиваешь. Главная дорога была. Но ты повернула. Люди шли. Пешеходный переход. Ты видела его? Что люди там были? Видела людей? Ну, а? Они уж просто стояли. Не было людей. Раз. Ты же должна обратить внимание на пешеходов, на какие знаки. Ты выезжаешь вот на эту дорогу. Что тебе здесь нужно было сделать? Обратить внимание на знаки. На пешеходов не было. Обращать внимание нужно, когда ты поворачиваешь. На перекрестке направо. На перекрестке. Правильно, ты включила его, конечно. Выключи поворот. Притормаживай, то мы сейчас щелкнем левый поворот. Вот он тормоз. Поехали. Что, потеряла тормоз? Да. Поехали. Поехали. Научишься на знаки обращать внимание. А, там знак. Конечно, поехали точно.